всегда нравились. Справа от нас озеро Кабан. Это самое большое, самое глубокое озеро Казани. Вообще, это несколько озер. Несколько озер, которые соединены между собой протоками. А глубина в озерах Кабан местами доходит до 25 метров. Озеро очень глубокое. А почему оно глубокое? Потому что это не что иное, как бывшая старица реки Волги. То есть когда-то Волга протекала именно здесь, но потом она сместилась к западу, и вот в наследство от Волги осталась глубина озера Кабан. На берегу озера Кабан находится большое здание, это татарский драматический театр имени Галиаскара Камала, вот с такой вот треугольной формы крышей бежевого цвета. Спектакли здесь ведутся на татарском языке, но все, кто владеет русским, также может на них ходить, потому что есть наушники, есть перевод. У театра Камала большой каскад фонтанов. Вечером нередко здесь включается подсветка, играет татарская музыка. Да, вот то, что на бревне двое фигур вот сидели, все увидели или не успели? Вот этот памятник, он посвящен одной из самых известных татарских сказок. Автором этой сказки является Габдулла Тукай, известнейший татарский поэт. Сказка посвящена татарскому лешему или шурале. Вот вы знаете русского лешего? Он как выглядит туда? Это и есть пирамида, концертно-развлекательный комплекс. Это один из самых современных концертных залов Казани. Открылся в начале 2000-х годов. И открывали его лично первый президент Татарстана Шаймиев и первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Справа от нас панорама Казанского Кремля. Древние стены 16 века, касается мечеть Кул-Шариф. И вот сейчас, когда мы повернем налево, вы также справа увидите здание Казанского цирка. В форме летающей тарелки, вот как будто инопланетное тело приземлилось здесь, в центре Казани. Вот сейчас можно уже направо смотреть. Это первый цирк на территории Советского Союза, который был построен именно на космическую тематику. Буквально через несколько лет после полета в космос Юрия Гагарина. Так вот, именно наш цирк стал прообразом для похожих цирков по всей стране. Это здание очень восхитило бразильского архитектора Оскара Немейра, который отстраивал новую столицу Бразилии, город Бразилия. А у нашего цирка есть еще одна особенность. У него нет внутренних опор, то есть там нет никаких колонн, там просто две железобетонные тарелки, которые просто поставили друг на друга. Который можно арендовать. Но этот комплекс, он работает и летом, потому что летом часть территории Горнолыжки, она волшебным образом преображается в гольф-клуб. Там играют в гольф. И вот если мы посмотрим направо, на вершине холма, вот сейчас, мы увидим вот часть этого гостиничного комплекса горнолыжного курорта Казань. Это только небольшая часть, потому что основная уходит дальше, в направлении Свияжска. Наши корабли стреляли по их базам. Вот эти те самые корабли, которые сделали в городе Зеленодольске. Вот так. Въезжаем в старинное село Исаково. Справа от нас старинный храм Богоявленской церкви конца 18 века. Причем колокольня вот такая со шпилем, она чуть моложе храма. Ее построили уже в начале 19-го. Если церковь относится к стилю барокко, то колокольня к стилю уже классицизма. И вот творчество. Нет газа, то есть только печное отопление. Вот это действительно настоящие вот, дома, которые были в средневековых татарских деревнях. Есть даже на территории комплекса работающая мельница. Настоящая мельница, которую собрали в годы Великой Отечественной войны в одном из отдаленных татарских сел. Вот в годы войны
Эта мельница помогала жителям села пережить непростые военные годы. Но война закончилась, с фронта вернулись мужчины. Со временем были построены современные мукомольные производства. Но эта мельница просто стояла неудел всю вторую половину 20 века. А уже в наши дни, когда был создан этот комплекс, ее просто перевезли на новое место.